Программа «Из глубины». Сегодня у нас в гостях никто иной, как Андрей Tomcat из известнейшей столичной группы Tomcat. Боюсь назвать этот стиль как-то, потому что группа работает абсолютно в каких-то праздных направлениях. Я, по крайней мере, когда впервые услышал... Это когда было? Ну, я даже не помню. Но это была песня «Тату не портит красоту». О, это 95-96-й. Да, я там «Белая береза», «Тату не портит красоту». Я иной же рэп был писать. И это тоже... Ну, а это еще, видишь, со времен как бы Tomcat'а, не фанатского, а есть еще фанатский Tomcat, и помимо этого... Ну, в общем, ко всему попозже. Я с чего бы хотел начать? Вот я даже как человек, который старый, давно в музыке, я вот хотел бы все равно пару слов от тебя про группу. Я помню, что вот вы были там давно, да, и вот эта вот КТРовская там тусовка, да, она как-то вас рекламировала. Как вы появились, как вы стали называться, и в какой момент вы перешли там вот... Определились с музыкой. Да? Да, определились с музыкой. Это надо, блин, мемуары писать, потому что на самом деле все достаточно начиналось прозаично, и какими-то импульсами все продвигалось по музыкальной жизни. Изначально все банально в школе, в Раменках, в московской школе 29-й, в актовом зале взяли гитару там, в 8-9 классе, да, 10 лет еще учились, и бряк-бряк, какие-то там старшаки, значит, оставили гитары. Все друзья, вот просто... Да, вот, не, ну как, слушали одну музыку, и в голове там, вот, хорошо бы что-нибудь придумать там такое, а вот сыграть бы там. Кто-то что-то, значит, дома на коробках стучал, ну как, взяли на акустические гитары, на них что-то брякли, вдруг электрические гитары, мы выходим на сцену и спели, как сейчас помню, песню, то ли «Фантом», то ли «Люцифер», «Каразины», да-да. Значит, гитара, барабаны, и я, значит, зарычал, все отлично. С этого момента можно сказать, что люди определили. Коррозия делает людей счастливыми. Да-да, дичайше, да-да. Я вообще, ну, потому что иностранный был тяжело повторить, а тут что там? Да-да-да-да. Вот. Тем более у Сереги тексты не заморочены. Все просто, да, слова знали. Вот. И начали как бы вот репетировать. И первый концерт дали в этой же школе, там буквально через полгода научились что-то играть. И играли половину свою, половину ковера. Что, собственно говоря, к чему и, в общем, мы пришли сейчас. А вы прям сразу так решили Tomcat назваться? Или как? Нет, не сразу, сразу «Сплин» назывались. «Сплин»? Мы-то не знали, что есть в Питере такая группа. Это он не знал, что есть в Москве такая группа. Да, 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 да. Вот. Потом так получилось, что ушел в армию. Угу. Все, музыкальная деятельность, значит, без меня эти-то откосили все успешно. Я, значит, как дурак, пошел. Да, долг родни отдавать, да. Они, значит, без меня все было готово. И как я только пришел на дембель, уже был готов этот, музыка уже была готова, только спеть надо было. И буквально там за 2-3 ночи пьянки, там, гулянки, значит, пропели альбом. Все это было похоже смесь Guns N' Roses, наверное. Ну, я в 91-м году пришел за армию. Смесь Ганзов и Aerosmith. Тогда был самый популярный. Ну, причем и на английский пришлось петь. Не могу сказать, что я там мега как-то говорил по-английски, но сносно, в общем, общался достаточно. Ну, I'm traveling down the river, London is the capital. London is the capital, ну, как Мутко, короче. Вот, то есть я в стиле Мутко. Не, ну, говорил, да. Но, тем не менее, все равно это, конечно, ну, кустарщина была. На коленях записанная там. Но это настолько родное, настолько теплое, я не могу это как бы обосрать сейчас. Ну, конечно. На самом деле, ну, полное говно было, отстой, но для меня это так приятно было, так было здорово. Прорыв. Да, и мы можем играть, у нас там звуки из гитары выходят, круто. Подали какой-то конкурс, заявку, нас, естественно, развели на бабки, как то, что сейчас процветает. Классическая схема. Да, да, классическая схема, сейчас, завтра вы будете играть в клубах Лондона, да, да. Только внеси $160, там, и, а плюс мы еще сейчас запишем клип еще там $200, мы, бля, там, значит... Не, ну сейчас сложная схема, тогда проще была, там, пометь флеера, там, вот эти вот. Нет, это еще до какого-то флеера еще концертов не было, да. Ни одного концерта не было, мы только, значит, учились. Но, выступая на всех вот этих разводных типа концертов, где никого не было, а чего вы свой народ не привели? Да мы вообще не знаем, что мы играем. Лохматый, прекрати, я знаю, что ты виртуоз. Мы как научились играть, потому что столько раз репетировали, то есть вещей 10 мы отрепетировали. И начали с наших клубов, вот просто пришли в клуб, а можно вас играть? Можно. Тогда вообще рока не было никакого там. А был какие клубы тогда? Алябьев тогда был такой клуб. Секстон был старый, на Соколе. На Соколе. Да, вот так подвал. Вот мы в этом Секстоне играли чуть не каждую неделю.
А учился я в Московском государственном университете, и весь мой курс удачно снимался, и, значит, на это дело приходил. А ходили всегда тусовками, соответственно. Да, это тусовка, студенты собирались там, вжирали. А вот, ну, скажи, а без интернета как это можно было? То есть это вот именно по друзьям? А никак, приходишь на пару, флаера раздал, потому что какие-то флаера были, по-моему, даже не сами делали, а клуб нам давал какое-то количество флаеров. Не все, если даже деньги получали, потому что с каждого флаера что-то какие-то копейки. Ну да, там какие-то 40%. Ну его там человек 30-40 наших был, плюс в клубе кто-то сидел. То есть достаточно нормально. Вот я сейчас видео какие-то, у нас бас-гитарист любит перекатывать старые видео. На... С кассетов. Да-да-да-да-да. Я посмотрел какие-то наши старые видео, ну, нормально народу. По сегодняшним меркам это очень прилично. Ну, согласен сейчас вообще. Шаровый сбор, там ни интернета, ничего, там где-то афишу приехал, на Арбат прилепил. Вот. Ну и все как снежный ком развивалось. То есть играли, тут узнали, там узнали, кому-то что-то понравилось. Белую березу уже играли. А название-то откуда? А, вот, а название откуда точно, видишь, ты меня вернул. Я говорю, мемуары надо писать. А название пришел из армии и сказал, что надо менять, потому что Сплин есть такая группа. Вот, давайте, значит, меняться, давайте, раз мы играем вот на английском языке, давайте что-то типа Aerosmith. Ну, там миллион названий перепробовали, а Top Gun фильм такой был, и там все, значит, это, Том Круз ходит, у него нашивка, и приблизили там этот экранчик, а там у него, значит, Tom Cat написано. Tom Cat. Взяли. А это палубный, этот F-14 истребитель. Вот, оказывается. Сейчас, да, оказался, да, самый дорогой, который сняли уже давно. Но, тем не менее, там котик нарисован, ну, что-то так вот, раз-раз-раз. Потом несколько значений у него, там, в Том и Джерри кот этот. Ну, как-то вот даже... Ну, для себя, в общем, что-то придумали и как-то... Да-да-да, вроде как музыка такая, мы вроде такой глэм, как бы полуглэм, полухардрок такой начали играть, и вроде, ну, что подходит. Вот, а сейчас уже давно и не глэм, и не хардрок, а название... Ну, как бы уже... Вот приклеился. А так как никто, ну, не знает же твою фамилию, всех там Том Кэт, ну, Андрей Том Кэт. Андрей Том Кэт, так и пошло. То я вот тоже, да, запомнил, поэтому... Вот хорошо, значит, была плеяда вот этих концертов, там, набирали вы обороты. Но нифига и не записывались. Угу. Вот. И тут появился Сережа Троицкий, паук, бог на то время. Да и сейчас я, как сказать, при всем, как говорится, неоднозначном к нему отношении, считаю, что человек нам дал путевку в жизнь, я не стесняюсь это сказать. Может быть, много подпортил, потому что до сих пор где-то кто-то нам это припоминает, и в некоторые клубы нас, значит, долго не пускали, считая, что мы сейчас с собой приведем там маргиналов разных и так далее. Пейте больше пива, парни! Ой-ой! Но, тем не менее, человек сказал очень, за что люблю Паука, за его емкие выражения. Он в два слова сумел объяснить, сейчас я вот прямо по поводу диска. Он говорит, ну, все, играйте нормально, значит, это, надо нормально, что на русском языке, говно, что вы поете. Билеты, говорит, можете вечно выкупать, а надо это сделать, да, что-то на русском языке пишите. Вот. Мы несколько раз ходили на коррозию, посмотрели духом и пропитались, и вот родились песни после этого. Я не вижу рэп, а то не портится. Мы сели в нормальные студии, ну тогда нам казалось, знаете, ленточные, да, записали. Вот. А чтобы вот оформление, ну, записали с горем пополам, наши английские, ковера, там, Нирвану записали. Ну, первый тату не портит красоту. И все это дело с концертов писали. Половину с концертов, половину со студии, там где-то свист накладывали. Короче, кое-как слепили. Ну вот, приношу ему. Он говорит, ну давай картинки делать. Мы там один вариант картинки, другой вариант. Это все полное говно, что вы рисуете. Это все более говно, чем то, что вы играете. Как называется? Том Кэт. А я ходил, значит, без рукавки, тут татуировки. Том Кэт, да, нормально. Ну давай, значит, так, сейчас сделаем. Купи атлас, самый этот, котов купи. Я говорю, купи. Ну ладно, какой там заказал, говорю, купить нам отсюда. Он говорит, вот смотри, берешь, находишь самый ублюдское, самый уебищный, самый кот находишь, вот это. Самый, который блевать от него тянет. Берешь к нему, значит, руку отрезаешь на компьютер, приделываешь свою руку, значит, туда, и все. И как у вас там работа? Тату не просто отлично. Вот она тату, вот он кот. У меня есть где-то фотография, ну это реально, это такой трэш.
Это значит, ну там вот, фотографии наделали, все дела. Ну вот. Но получилось действительно прикольно было. 15 тысяч экземпляров продалось. 15 тысяч экземпляров. Это все в Украине, в Белоруссии, везде-везде продавались. А сколько переписано? А сколько переписано с кассет на кассет? Тут кто-то выложил, значит, это. У меня, говорит, дома есть кассету. Я говорю, да у меня даже нет. И тут такой, у меня тоже есть, у меня тоже есть. То есть она практически у людей, которых я, ну, плохо знаю, у всех есть дома эта кассета там. Я тебе даже потом расскажу отдельную историю про то, как Сергей Евгеньевич выпустил альбом КВТ, минуя как бы разрешение и спросов. Не, ну стандартно у меня выходят все фанатские песни, вышли на его сборниках, такой рисуется хулиган, значит, с набитым глазом, и там под все, что играется, практически под все песни, Том Кэт. Там уж половина не моих песен, но... Ну, Том Кэт. Том Кэт, да-да-да. Продавался, я заебись. Да-да, нормально. Я в Ашане купил себя. Вот. 128 рублей я... В общем, короче, мы выпустили этот «Тони Порос красоту» и поехали по городам и весим там и его катать. Ну вот вы какое-то время катались, я так понял, что популярная группа была. Дальше потом как-то начало все, может быть, пропадать. И я помню, что появились фанатские песни. Да. Кризис все убил 98-го года. Мы играли 95-й, 96-й, 97-й, 98-й, 4 года. Выпустили потом еще «Столичный дебош» вышел альбом. «Столичный тоже, дебош». Тоже шикарно кассета продавал. Все во всех этих магазинах, там у дяди Бори, там где-то на Петровско-Разумовской магазине. «Железный марш». Да-да-да. Вот. И все, потом кризис, бац. И так получилось, что цены на билеты... не были, не соответственно, как сказать, не соответствовали зарплате людей, да, и народ перестал просто ходить туда. А, то есть вот именно в 98-м году, да, я-то, прям... я-то просто не так часто на тот период еще, наверное, посещал, ну, то есть провал прям резко прям провал. Дикий провал, да, у меня народ ходил, я помню, мы еще Kurt is Alive придумали концерт. Да, вот, была вот, такая. И там, помню, там 900 человек первый собрал, 400 человек второй собрал, ну, по сегодняшнему времени какие-то нереальные цифры для одной команды, потому что там остальные группы-то были, ну, просто детей набирали. Вот, там ни коррозии там не было, никого, ну, из тех, ни одного имени, короче, кроме нас в афише не было. И, ну, нормально народ пришел, все это воспринял, вот, а потом бац, и все, мы даже, ну, как... Ну, я, если вот ты говоришь про вот эти вот Kurt is Alive, да, это были же там и «Рожденные в Нирване», да. И Ферко еще такой был персонаж, он делал много концертов, там, «День рождения Битлз», да, там, да, вот, да, эта, да, вот вся, да, история, да, они собирали, и просто со временем, видимо, как раз из-за, видимо, из-за отсутствия денег как раз... Форт Росс закрылся, клубы начали закрываться, я там работал, крейсер такой клуб был, я там арт-директором работал, это на набережной, на Шлюзовой, где Павелецкая, между Павелецкой и Таганкой, вот. Там у меня играли и Найк Борзов приходил, Дельфин приграл, приходил, играл. В общем, и все. И вдруг, бац, цены падают, клуб закрывается, и ребенок рождается. В общем, такой получился, как, знаешь, как провал. Уже ничего не хочется делать. Да что, прямо скажем, пиздец. Да, полный, я бы сказал. Вот. Потом, во-первых, наиграли. За 4 года столько накатались, набухали. Группа очень поменяла состав, потому что не все эту идеологию воспринимали. Гитарист сразу свалил. Там я набрал новых ребят. Вот Коля Коршунов пришел, который сейчас в «Крематории» играет, и в «Артерии» до этого играл. А вот он начинал с Том Кэта. То есть вот, там, с 18 лет я набрал молодых ребят. Я вот часто замечал, что, блядь, вот играешь в какой-нибудь группе, а потом куда-нибудь вот уходит человек, и он, блядь... Нереально поднимается. Хоть бы кому-то помог потом, ну, когда ушел. Что делать? Он приходит, там сейчас с нами играет, помогает. Если замутим совместный концерт, я его вытащу. Это будет прям оригинал Том Кэт, можно сказать, с 90-х. Будет бомба. Вот. Менялся состав, и вот как раз в этот провал и получил, что совсем как бы вот, ну, такой, да. И устали, и как бы, я устал, я ухожу, как, да, сказал, да. Не, и вот еще 2 года мы, ну, вот, валяли дурака. В 2000 году инициативная группа состояла из фанатов различных команд. Ну, например, Михаил Забродин. Да, Михаил Забродин был как идеолог. Для тех, кто не знает, Михаил Забродин один из старых фанатов ЦСКА, Red Blue Warriors. Президент, по-моему, даже фан-клуба был какое-то время. Ну, может быть, неофициального какого-то. Да, он, мне кажется, и сейчас президент всего фан-клуба. Вот. И ребята из «Спартака», которые все дело финансировали. Вот это самое смешное. Из «Спартака», да? Да, да, да. Так все друзья. Ну, финансовая сторона заинтересовала фаната «Спартака». Он как-то человека, друга заинтересовал, который оказался фанатом «Спартака». Не то, чтобы он там фанат «Спартака», я фанат «Спартака», хочу профинансировать ЦСКА. Да. А он, я хочу профинансировать проект. Ну, как бы, ну... Тем не менее, фанат «Спартака», но мне интересно, и как бы я хотел бы, чтобы вот спели... Как технически это происходило? К тебе обратился Миша Забродин и говорит... Миша Забродин с Денисом Закопайло, вот, который... Фанат «Спартака». Фанат «Спартака», да. Они втроем вместе со мной собрались, и давайте запишем фанатские песни. А, вообще... Почему почему я? Вот, вернемся назад. Потому что на альбоме «Столичный дебош» я записал песню, которая называется «Футбольная кантри».
Ага, и да, все была... мы репы разобьем. Да, такая да, песня да. вроде. Там ни про какую команду, она такая нейтральная, вроде домашняя команда, всем реп разобьем. Mm-hmm. Пели ее на концерте, пели ее вместе со всеми остальными песнями. Mm-hmm. Дичайше она там скинов вдохновляла на какие-то. Еще не было такого вот разделения, скинхед mm-hmm. и фанат. Вроде все как одновременно. Да, вот, там, они же металлисты, они же там, ты постригся, а до этого у тебя волосы были, значит, ты такой. То есть, ну, все свои, вот. Была неформальная тусовка, панки, да-да-да. Вот. И среди них были и футбольные хулиганы, которые, значит, дичайше рубились под это дело. Вот. И ребята это заметили и сказали: слушай, а почему вам не записать вот кричалки футбольные, то, что поется? У вас есть как бы нормальный состав, народ воспринимает это, ну так, true, как бы все, угу. все по-честному. Давай запишем. Ну, давай запишем. Миша доставал тексты оригинальные, потому что не всегда знаешь, какое точно слово поется. Вот. А, подожди, то есть оригинальный текст имеешь в виду чего? Оригинальный текст... Ну, то, что на стадионе поется. А, так это как бы вы именно... То есть там не ты переделывал, это все стадионное. ЦСКА! Только ЦСКА! Ты для нас всегда будешь чемпион. Что-то переделал я, но что-то принес он в таких клочках бумаги. И не только он собрал там с фанатья. Со всех да, там. Да, да. Потому что не все песни, что здесь записаны, они поются на стадионах. Мне кажется, уже все. Ну, наверное, да. После того, что вы все... Короче, идея была такая: выпустить памятку молодому фанату, который, приходя, значит, на стадион, брал диск, слушал потом и учился, чтобы тебя не подслушивать, как другие поют, а взял, купил диск, как букварь такой. Ну да, да. Изначально это был букварь фаната. Ликвидация безграмотности. Да, и вот там с первого диска, там с какого-то, они здесь вроде в хронологическом порядке, да, вот это... Наоборот, они снизу вверх идут, у тебя получается. Вот такая вот движуха, раз, тут все как бы все красиво. Такой котик тут, да. У нас эмблема, там, майки такие тоже вот есть, всякие продаются. Ломая пополам. Тихо, я не готов. Я хочу это еще послушать. Ну ладно, не суть. В общем, там эмблема ЦСКА. Я Коля Коршун, с которым мы все это начинали. Вот, а эти ребята, которые сейчас вот играют. Там. Кстати, если вы хотите приобрести диск, у Андрюхи есть, можете ему лично написать. Да, пишите. Вам какой бланк? Простой или поздравительный? Простой. А чего его баловать? Я вот опять же... Вспоминая наш разговор давнишний, мы когда-то с Андреем играли вместе на БВД-пати номер 6, в клубе «Вокзал» был такой. Да, да, да. Сейчас потом, он, потом назывался «Иксо», по-моему, сейчас... Да, «Иксо», «Иксо» точно был, да-да-да. Вот. Такие вещи помнишь, я вообще... И мы, значит, играли тогда, я помню, мы же молодая еще команда тоже были, вот, и я звонил Андрюхе, думаю, давай вместе сыграем. И что-то мы обсуждали, как... не помню, почему мы не стали играть вместе, но помню, что я у тебя спросил про фанатские песни как раз, говорю, а как ты так написал? И ты говоришь... Да я вообще как бы за «Динамо» болею, а тут просто Забродин предложил. Да вот расскажи, а тебе, ну, как бы, вот, ну, самому как было? То есть, то, что ты вот записал про ЦСКА, там, не про «Динамо». Не, я не к тому спрашиваю, там, почему болеешь. То есть, сердце не ёкнуло, там, типа, предложить, там, Команчу, например. Не, ну, предлагали, играли же на этом, предлагали, просто, ну, не пошло, как бы. Ну, в итоге... Музыка, фанаст. Во-первых, ЦСКА тоже близкий клуб, как бы, и переживали за него, и всегда, и ходили с ребятами, ну, грубо говоря, какой-то, как сказать, разрыва в сердце не было. Не, я не про разрыв в сердце, я про то, что не было ли вот такого, что, ёб твою мать, стараюсь, там, а свои же динамики не поддержали вот с этой фигней. Ну, был, конечно, да. Да, я приносил и записывали песни, и давали, говорю, вот в таком ключе вот песня смотреть там. Ну, она даже вошла на какие-то сборники там, по-моему. Входили что-то, я тут уж такой. Вот, но дальше дело не пошло, то есть, ну, я говорю, давайте там прайс, как бы, и будем работать. Ну, конечно, без денег. Было предложение, ты сначала запиши, а потом, типа... А потом мы рассмотрим. Ну, зная, да, некоторых товарищей, как с финансами у них, в общем, ну, я решил, что... Ну, конечно, там смысл какой вклад, тем более кризисы все эти. Здесь конкретно подошли люди, предложили нормальные, как бы, финансы за запись. Даже не гонорар, а то, на что это будет писаться. А это, кстати, не маленькие деньги, я хочу сказать. Вот, и как раз предложили небольшие деньги, мы на них должны были уложиться, ну, чуть, я говорю, не за $1000, что ли, все было записано. А на какой студии писались? Ой, это у Миши Долотова на Мусы Джалили, и ребята даже, они даже подарили там песню «Мир непрост»,
А у нас наш клуб непросто. Да, то, да. То, что как ее самоцветы играют, они свою, как бы, свою фанеру дали, говорят, только голос запиши. И мы, у нас есть два варианта, где играем мы и где играют уже сами самоцветы. С чем они катаются? А здесь есть это? Да, есть, конечно. Это полное собрание. Я считаю, что нужно брать. Реклама диска получается. Да ничего страшного, мы же как бы музыканты, имеем право. Конечно, ну и естественно, я посещаю регулярно ЦСКА, как бы на Динамо хожу, на ЦСКА. Тут я такого что-то не вижу. Не-не-не, а нет никаких запаров. Я тебе даже по поводу этого вопросов никаких не задаю. Я именно вот... про родное, ну как бы. Ну вот как. Ну было. Было, да. Предложили, нет, нет, не пошло. Тут дело как, на месте стоять и ждать, нет. Мы сыграли на каких-то пати, показали, что мы можем записать. Есть, во-первых, ну как бы варианты. Много раз Спартак. Предлагал. Предлагал. Не записал. Нить. Честный артист. Хотя тоже близкие друзья все. Ну тут как бы. Давай, давай, там что такого-то, давай. Я говорю, не, ребят, ну дело не в деньгах. Ну тут уже, да. Блять, не все мы продаемся. Вы еще не знаете Панюковского? Панюковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже. Вот хорошо, вышли фанатские песни, но потом... Ну и начались фанатские концерты, соответственно. Но играли, то есть вы часто играли? Да, но это все быстро заканчивалось, потому что после концерта всегда громили клуб. Гарри, с меня 11, хулиган. $12. Вот так он врет. Все нормально, нет, играет, заебись. Все было хорошо, да-да. Ну, короче, пошла слава, что... Какая ситуация? Играешь в клубе в нормальном, там, обычные песни там свои какие-то, которые уже там другие песни записал. Все, приходит фанатье, давай, типа, конский путь. Вопросов нет. Давай споем. Начинаешь петь. Их там 10 человек разгоняют весь зал. То есть они начинают слымить, там, а вы пошли все нахрен, все по углам. Вот, естественно, клубу это не нравится, говорит, что такое там, вам-то хорошо, а другие там, народ уходит. Зачем мы вот это, мы пришли сюда музыку послушать? Ну да, это, видимо, на сборных вот этих концертах. Да, 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 раз, два, три, такое получилось, и, в общем, перестали нас клуб пускать. Скоты. И получилось, что мы ушли в подполье и играли там по ночам на каких-то там... Ну, тоже на вечеринках на этих. Да, 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 да. Но я же потом помню, что Tomcat вообще, по-моему, как-то пропал. Да. Что случилось? Ну, все, как пропали, перестали играть, и состав стал меняться, опять же. Ну, нет концертов. Перетрубаться, да, 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 да. Вот как раз Коля тогда уходил от нас, и он сказал, ну, ребят, давайте типа, двигаться вперед. Я говорю, а куда двигаться? Уперлись в стену, потому что тут не пускают, там не пускают. Ну вот, и вплоть до 2011 года, вот мы там где-то, наверное, в 2005 году вышел, получилось как, в 2000 году первый альбом вышел, в 2005 году второй ЦСКА вышел, и вот, наверное, году в 2007 все это закончилось. То есть уже и фанатские концерты. Ну и волна спала. Да, да, да. И вот где-то вот на 7 по 11 второй был провал такой практически. Мы поигрывали, но это вот раз в два месяца там где-то куда-то выезжали, ну это тухло было. И начал меняться состав. Там барабанщики, там умер барабанщик, вот, который, с которым все это дело начинали. Вот, и гитарист пришел, ушел опять старый. Короче, вот это шатание, валяй. Ну, а тяжело, когда, когда чехарда такая начинается, уже нормальный концерт не сыграешь. То есть под один конкретный концерт состав можно собрать, а чтобы когда там в тур поехать или там несколько клубов забить уже на 2-3 месяца, то, что сейчас у нас как бы, я знаю, что я до в июне уже забиваю концерты. Такого, конечно, не было. Естественно, так как ты живешь, вот, ну, как бы сегодняшним днем. Ну, тяжело, у музыканта нет ощущения, что ты в работе и что у тебя движ какой-то есть. Вот. Ну да, ты не можешь отвечать на вопросы, которые тебе музыканты задают. Там, да, типа, да, слушай, да. Андрюх, а что у нас там, например, там, а будем там альбом писать, или будут там заплатят за тот там концерт, а ты не знаешь, будет у тебя тот концерт или нет. Да. Потому что другой музыкант там сидит, мозги тебе делает. Ну, такая же байда, да. Собрались, короче, мы в 2011 году и выпустили в 2012 сборник Tomcat 20 лет. Получилось мы с 92 года, так официально. Ну, вот эти все подборочки. Да, да, да. Вот есть диск Tomcat 20 лет, выпустили на CD максимум, нормальный, как бы. Там все песни, вот, все, что, кроме фанатских, только вот этот футбольный кантри туда включили, потому что она как бы часть истории. Ну, там договор такой с фирмой был, что не фанатский, а именно свой авторский материал. Поэтому потому что здесь многие цепляются, это же музыка не ваша. Я говорю, ну, не наша, ладно. Уже из песни слова не выкинешь, если фанаты любят петь именно... Ну, вот, да, если такую, то... Такой как бы типа кавер, то что делать? Вот, и выпустили Tomcat 20 лет, он нормально достаточно пошел. И я понял, что надо вот как бы возрождать. Пора собирать. Да, я собрал хороших музыкантов. Вот старые ребята, с которыми там пересекались из других групп, пригласил. Многим там не нравилось положение в их группах. То есть я предложил конкретную работу с хорошими, как сказать, с финансами, с гастролями, с поездками. Собрали. Ну, в общем, совсем вытекающие. Да, и результатом этого явился альбом
Спокойной ночи, москвич. Вот, спокойной ночи, москвичи, Томкэт. Да, ночью надо ободрать. Давай, давай. Кота ободрать, что ж ты говоришь такое? Слушай, ну тоже красота. А тоже у тебя можно, да, приобрести? Да, конечно, все есть, да, пожалуйста. Ну, все поняли. Здесь авторский материал, новый, и перезаписали некоторые вещи, такие олдовые, как вот «Белые березы», «Тату не портит красоту». Это, кстати, я рекомендую послушать, это же вот как визитные карточки. Да, да, да. Вот, и здесь очень приличная запись, мы сели на хорошую студию, вот, на одной студии писали барабаны, дочка по фирме подошли, решили вот, если уж записать, то записать хорошо. Вот, дочка моя оформляла там часть диска, Кирилл оформлял, дружок, да, вот, она рисовала вот эту середину, как бы, вот. Вот это все, все подложки, вот эти вот задники, это она все рисовала. Слушай, дочь молодец. Художник у меня, да, маленькая совсем. Сколько тебя? И сейчас вот замуж выходит, ей 18. А когда рисовала, было, получается, сколько там, 16, что ли, или 15. Офигеть. Ну, это стоит посмотреть. Как бы, это семейный подряд уже. Ну, да, да. Все деньги в семью. Да. Вот, и получается, что у нас вот... И после чего в 17, это в 16 году. А в 17 переиздали мы ЦСКА, записали клип на песню «По полю с конем», записали песню «По полю с конем». Вдруг как в сказке, вот я, значит, смотрю, поют. Думаю, как же так, а мы еще не записали ее. И добавили, и теперь есть полное собрание сочинений. Плюс клипы здесь есть «По полю с конем». «По полю с конем», вдруг как в сказке, вместе весело шагать. Да. Выехали мы в поле, прям взяли меня ребята, выехали зимой в поле, и дигает. Я ходил по полю, мы снимали клип. Это посвящено стадиону на новому. На этом. Дай нам ЦСКА посмотреть, как мясные будут лететь. И для этого мы придем с конем, на песчаную мы с конем придем. И для этого мы придем с конем, на песчаную мы с конем придем. Слушай, ну вот музыку мы обсудили, а ближайший концерт? 17-го Смоленск, а потом 23 февраля Секстон. Во! В Секстоне, в байкерском, да, вот в этом? Да. Ничего себе. 23 февраля в Секстоне и в Смоленске, да? В Смоленске 17-го. 17-го. Да. Слушай, ну здорово, вас приглашают везде. Группа популярная, набирает обороты. Так, альбом-то вы выпустили не так давно, но вы, я так понимаю, пока не планируете. Планируем, уже пишем. Уже? Да. Вот они, артисты. Будут называться «Пей свободу». Тоже полубайкерские, полуфанатские. В общем, в духе времени. Ну, может быть, чуть попроще тексты будут. Прям вот совсем такие вот. А-ля такой тяжелый Ленинград. Но... Ничуть не равняясь Ленинграду, мы совершенно по-другому. Ну, просто риторика и дух такой примерно. Но ты имеешь в виду, что более доступный... Да. Для понимания. Да, естественно. Можно панк там так закрутить, что... А можно вот как... Ты-ды-дын, там еду на дачу, и все нормально. И все хорошо. Не забудь палить помидоры. Да, вот тут будет такой как бы панк... Панк-гранж, хард-рок, такой хэви-метал, ну, замес. Ну, только вот, ну, именно более доступный текст. Мне так что-то показалось. Ну, что... а к тебе вот как к личности. Ты работал арт-директором клуба «Крейсер». Ты работал, внимание, диктором на стадионе «Динамо». Да. На хоккейном. На футбольном. На футбольном? Да. На футбольном. А на хоккейном мы пели песни, тоже сезон на «Динамо» в перерывах, где девочки вот с этими, с мохнатками. Мы там выходили, пели песни. Это когда было? Это было 2000, наверное, какой-то там 3-4, что ли, год. И технически как бы все это прям, да? Нет, все фанера. А, фанера? Ну, живой голос, живой голос, а так фанера была. Слушай, ну реально здорово. А сейчас ты чем занимаешься? Вот сижу с тобой, передачу какую-то. Хорошая работа, интересная, но не платят за нее. Да, а помимо музыки, за которую платят, но не столько, сколько хотелось. То есть это, конечно, финансовые и хорошее подспорье, и вот подарки детям на Новый год исключительно за счет концертов дарю. Мне кажется, зрителям не надо уже объяснять, что за музыку у нас сложно получать бабло и жить на эти деньги. Но чтобы жить, да, нужно или играть в команде, которая имеет прямо вот совсем такие вот гастроли, типа как Коля с крематорием катается, он на деньги живет, больше ничего не делает. Хотя тоже выпускник МГУ, он филфак закончил.
закончил. Ну вот взял и захотел стать музыкантом. Связал жизнь. Да-да-да. И вот он не мотается. И я не завидую, честно говоря, потому что он, конечно, привязан к этому. Свалил на гастроли, и все. И ты подневольный человек. Да. Никакой личной жизни, никакой там у тебя. Ну вот. Я в той школе, в которой мы как раз... Чего начинаем разговор? В той школе, в которой дали первый концерт. 29. 29. Я в ней работаю учителем физкультуры. Вот это поворот! Вот ведь как жизнь повернулась. Да, я пришел обратно в эту же школу, из которой в какой-то момент меня выгоняли как ученика. Потом я в ней, значит... А директор тоже остался? Нет, слава богу, убрали конец. А остался кто-то вообще из старых? Одна учительница. Одна учительница? По физике, да. Так гонь. Да вообще, да. Жесть. Что он со мной разговаривает, а я чувствую, что он меня сейчас отругает. Да? И домашку спорвать. Так я дневник забыл. Дверь тихонько заскрипела. И в светлицу входит царь. Васечкин, Васечкин, ты опять опоздал. Я не виноват, меня бабушка не разбудила. Васечкин, Васечкин, что из тебя получится? Я все время думаю, что из тебя выйдет? Кем ты вырастешь? Вот, но это прикольно. Тут нравится работать? Да, да, нравится, конечно. У меня физкультурное образование я получил. После МГУ пошел второе образование. Ну, педагогическое физкультурное получил. Там какие-то классы или как? У меня все с первого по 11. ОФП? Да. Слушай, здорово. Я, честно говоря, не перестаю удивляться, да. То есть мы как бы так знакомы, но не лично. Я многие вещи прям вот так вот узнал, пока мы сейчас ехали. Ну, это не так. Ну, был бы, наверное, если бы я работал таксистом как-то, может, ну, не очень было бы как-то, надо сказать, ну, с музыкой. А здесь все близко, что спорт и спорт. У меня дети на концерты ходят, например, мои эти старшеклассники приходят ко мне на концерт. Серьезно? Да. За пятерку! Чего хотите, а? Всем пятерки по физре. В году. Воды годится. Подождите, какие пятерки? Да! Точно, как-то догадался. Да, как делать? Я говорю, так, кто вчера был, значит, в Рок-хаусе? Так, это 5, это 5, это 5. Плюс я еще тренер хоккейной команды, вот Раменки наши. Ну, это больше как-то общественно, начал какие-то копейки платить, но вот Западный округ, вот я тренер Западного округа и Раменок. Подожди, играющий? Нет, почему? Детишки. Золотая шайба, это же до 16 лет, вот. Так ты же сам играешь? Ну, играю в ночной лиге, да. Как команда называется? БСК. Как? БСК. БСК? Почему БСК? Чтобы никто не догадался. Да потому что панки так придумали, не знаю, когда пришел, уже так назывался. Ничего не исправить. Был, кстати, хорошее название. Ну, там Челси играл, да, со мной. Вырежем. Не будем. Будем шуршать пакетами. Извините. И робота поднимите. Блядь, поговорить нельзя. Пришли с человеком посидеть. Где директор, блядь? А еще я в детском саду работал. Да, для инвалидов. Такие полукоррекционный сад был. Вот в бассейне там с детишками занимался. Офигеть. Ну, давно уже так пошло. Наверное, с 2007 года я вот ушел в этот, в педагогику. Ну, короче, детям тебя тянет. Хороший смысле это слово. Да, у меня две дочери. Одной сейчас первый класс пойдет, одна замуж выходит. С такой разницей получились. Блин, бомба. То есть, я, можно сказать, я прожил хорошую жизнь, я считаю. И она еще не закончилась. Сколько еще впереди всего интересного. Я прожил хорошую жизнь. Ну, а что, я считаю, что я выпустил нормально как бы музон. Я воспитал детей, там, одну еще воспитываю. Все в процессе. И не одну еще воспитываешь. Тыл крепкий, да. То есть, я могу, оглянувшись, много ошибок совершил. Много чего я поменял, может быть. Но в основном, я считаю, все было здорово. Мне нравится. Слушай, ну здорово, было приятно, на самом деле, с тобой поговорить. Ты такой разносторонний человек в разных этих историях. И говори мне. Я думаю, что 23-го увидимся в Сексоне. Блин, я буду рад вообще. Спасибо, что пришел. А может, еще получится и рубануть вместе. Еще. А еще и рубанем по-любому. Да. И выпьем. Ну, это можно. Всем пока. Программа «Из глубины».